Так, ну что ж, а мы продолжаем ехать на мотоцикле. Так, у нас ржавый риф. Попробуем здесь проехать. Так, главное сейчас башкой не удариться. Я немножко так наклоняюсь. А, я не специально наклонял этот самый мотоцикл, чтобы головой не стукнуться, а тут стукнуться. Ладно, мы сейчас этот самый повторчик сделаем. Делаем повтор. Поехали. Так, главное не спешить, не спешить. Ну здесь и опасно, конечно, на мотоцикле ехать, потому что у него голова-то свободна. Оп! Блин, смотри, что сделал, да? Новый рекорд, да? Давай еще раз. Я просто стукнулся башкой опять-таки. Просто башкой стукнулся. Что ж, я так быстро еду, что ли, или что, я не помню. О! Все, проехали мы это место. Теперь я башкой своей не стукнулся нигде. Нормально. О! Так, 200 метров уже проехали. Так, заезжаем. Ну, сейчас этот, головой, в принципе, не стукаемся, только вначале. Надо было аккуратненько нам проехать. Опа! Да! Да, бензином мы не возьмем, да, бензин? Не, сверху. Не дотянется у нас бензин. Ну, ладно. Сейчас бензик может закончиться просто. Либо просто мы куда-нибудь не заедем больше. О, заехали. Эх, надеюсь, мы до бензинчика доедем. А, вот и бензин. Доехали, нормально. Давай, 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 давай. Не хватает у нас, короче, этой силы. А, все, разбились, короче, пробовать дальше не буду. Давайте зимний вариант. А зимний мы катались, нет еще? А, нет, еще не катались. А, нет, катались мы зимой. Ну ладно, давайте мы немножко что-то качали этот самый мотоцикл. Может, немножко дальше проедем. Проверим. Да. Мотоцикл классная вещь. Особенно зимой. Это, эти поставить надо колеса ему. Для зимней шины, да, как они называются. Ну, мы их это купим. Ну, как купим? Они-то у меня уже есть, надо просто прокачать еще мотоцикл. Хорошенечко прокачать его, чтобы можно было добавлять еще некоторые улучшатели. И тогда мы, конечно же, ребята, будем лучше ездить здесь и проедем трассу максимально, будем стараться. Так, что у нас здесь? 900 метров осталось. Икс. Вот здесь опасно, я здесь очень часто застревал. Поэтому это место уже боюсь. Ну, или просто аккуратно еду на нем. Также здесь. Оп, перепрыгнули. Все. Здесь также аккуратненько. Раз. И готово. Едем дальше. Здесь тоже делаем такой вот прыжочек. Вот, хорошо. Собираем монетки. О, а здесь мы проезжали же, да? Да, просто я смотрю высоко. О, что-то не хватило. Ох ты, еще и разбился, да ну нафиг. Ну ладно. Так, зима, ржавый риф, проехали. Да, шахты, в шахтах не были еще. Поехали, протестируем шахты. Да. 4000 монет у нас есть. Так, проезжаем здесь. Вот. В принципе, несложно. Так, эта штука назад может, да, упасть. Аккуратно надо. А здесь сверху прям вообще чуть башкой не ударился. Очень рядом была вот гора, выступ этот.
Вообще опасно здесь на мотоцикле ездить, капец. Очень опасно. Эти вот пещеры. Всевозможные. О, магнитика помогает. А у баги магнитика нет, представляешь? Как жаль. Баги поставить магнит нет возможности. Хотя это баги одна из самых мне прокачанных на сегодняшний момент машинок. Оп! А-а-а. Так, здесь надо аккуратненько. Проезжаем. Да, у меня еще какая задача? Мне нужно, ребята, открыть новую карту. А-а-а, как я так разбился, как жаль. Как же жалко. Так, ну что, мы продолжаем дальше. Зима на носу. Эх, поехали. Блин, какие скоростные машинки, я смотрю, со мной будут сейчас соревноваться. Ой-о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 й. А это вообще законно такие машинки ставить, алло. Очень мощные машины. Ой-ой-ой-ой. Даже заехать не могу. Офигеть. Все накрутят своих машинках, все. Короче, прекращаю я баги прокачивать. Буду прокачивать какую-нибудь машинку. Вот такую, например. Так, а они какие? Синенькие. Вот синенькую машинку, может быть, я и буду сейчас прокачивать. А, смотри, они все разбились. Офигеть, а тут мне повезло, что все поразбивались. Так, ну там еще какой-то игрок один живой остался. Ну, он, кажется, далеко. Далеко, короче. Как это сказать? Ага, а мы-то близко. Победе. О-о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 . Не-не-не, пожалуйста, не перевернись. Не перевернись, не разбейся. Мы должны выиграть. Где ж там уже... А, финиш-то, как далеко финиш-то поставили, смотри, а. Все. Победа. Первое место, да, как так, а что так быстро? Мне кажется, вроде бы только один раз проехали, да? Ага. Так, кубок шахты. Так, разблокировать, а это можно, типа, посмотреть видео, да? Ладно, поехали, кубок шахты. Так, 6 тысяч монет у нас есть, ладно, поехали. О, тут вроде бы слабенькие. Но на тракторе-то явно кто силен там будет на тракторе. На тракторе, я не думаю, что это. Вот это прокачай, попробуй прокачай трактор, да? Чтобы на тракторе можно было выиграть, нифига не получится. Надо изначально брать машинки, которые быстрые. Вот тогда ты выиграешь. Нифига я первый. Первая позиция. Так, вот дальше. Опа, идеальный старт. Словили идеальный старт, хорошо. Но все-таки баги у меня. Хороший автомобиль, быстрый. Так, можно не жаловаться на это. Эх, если я все три раза выиграю, это будет очень даже хорошо. Вот мне еще раз выиграть, тогда я там получу, ребята, сундучки. Как минимум три сундучка. Фига на тракторе какой-то бешеный чувак. Так, а ну-ка аккуратно, ты не разбейся, смотри. Ровненько едь. Ой-ой-ой-ой, что-то он заторможенный какой-то. Так, не-не-не-не, мне нужно первым прийти. Только первым, есть. Первое место. О, вот это хорошо. Да. Я ненавижу воду, ребята. Ох-ох-ох-ох-ох. Поехали. Я ненавижу воду. Так какие же они все быстрые здесь, а, ребята? Ладно, здесь только более-менее я могу проехать на баге. Здесь я много, кстати, проезжал. О, один разбился уже. Минус один уже, чувак.
Это хорошо. Что минус один. А, вот и финиш. Вот и финиш, ребята. Ну только второй я приехал. К сожалению. Да, мне это не устраивает, конечно. Второе место. Поехали дальше. Опа. Все, едем. Так. Наше второе место. Ну ладно. Будем надеяться только, что они будут разбиваться. Вот если они все поразбиваются. А мы не разобьемся. Ого, куда я заехал. Так, вот я не люблю здесь поверху ехать, по правде. Я трачу очень много времени. Да. Никто у них там не разбился, я четвертый приехал. Ох, ладно. Давайте, у нас еще есть попытка. Вот. Если у них тут все поразбивается, они не хотят разбиваться. Вот это очень сложный уровень, кстати. С водой, все, что связано. Опа, вот смотри, наверх заехал и трачу очень много времени. Пока я здесь проеду это все дело. Давай, 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 давай. Ой, вообще много времени потратил. Еще и бензина нету. Да. Так, четвертый опять еду, да? Ну, это я профукал. Это я профукал. Заезд. Да, 46 секунд. А лидер за 27 секунд доехал.